Вітаю, ви дивитесь програму «Тема», я Олена Хорошилова. По тому, як суспільство відноситься до тварин, можна судити про рівень його благополуччя – морального, матеріального, загальнокультурного. Нашу тему ми сьогодні присвятимо безпритульним тваринам. Що в нашому місті робиться для того, щоб вирішити цю проблему? У нас в гостях люди, які присвятили себе роботі, яка спрямована на те, щоб на наших вулицях не було знедолених тварин. З одного боку, а з іншого боку зробити так, щоб в цьому процесі жодна тварина не постраждала. Отже, наші гості – волонтери Анна Дмитрієва, голова громадської організації з захисту тварин «Ковчег», і Людмила Тарасенко, куратор притулку «Ковчег». Вітаю вас в нашій студії, і вас, і ваших вихованців. Як був створений притулок, Анна, питання до вас, з чого складається робота вашої організації? Єлена, да, наш приют був создан в 2012 году, создан був спонтанно, і навіть нельзя сказати, щоб создавався він як приют. Случайно, по совпадению, просто люблю животных всегда, к собакам вообще особенно неравнодушно. И вот так сложилась ситуация, что спасла никому не нужную собачку, самостоятельно спасла эту собаку, познакомилась с замечательными людьми, и этот процесс уже как бы вошел в ритм. Мне помогала на тот момент, на 2012 год, только одна девочка, 11-классница, вот она создала впервые, первый раз группу ВКонтакте. С этого мы начали свое существование. Приют открылся только 2 года назад. До этого животные содержались по домам у волонтеров. У меня, в частности, дома. То есть количество животных доходило, могло доходить там, от 7 и заканчивая, у нас есть кошачья мама, до бесконечности. То есть 20 котов жило у нее максимум одновременно. Вот, занимаемся. То есть изначально мы взялись, как бы не было такого решения. Вот мы, я завтра начну волонтерскую деятельность, открою организацию и будем до конца жизни спасать собачек. Не было такого. Само по себе как-то так в нужное русло все организовалось, и нашлись люди, и нашлись силы. Слава Богу, дай Бог, чтобы дальше так все было. И приют сделали, в принципе, определенных уже результатов мы добились и целей наших. Изначально взялись за самый тяжелый сегмент, тот сегмент, который всегда нуждался в помощи, тот сегмент, которым не хотят заниматься все, это щенки и котята. То есть самые беззащитные, самые требующие большой части внимания, доли внимания, самое сложное в их выхаживании, поэтому даже волонтеры на тот момент тех организаций, которые были, то есть не все согласны и готовы нянчить малышей, потому что они подвержены больше болезням, они более прихотливы, чем взрослые собаки. То есть это очень рискованный такой тяжелый сегмент. И плюс отдать их кому-то, найти хозяев хороших, а тем более хороших, очень-очень сложно. Вот изначально мы занимались только щенками, котятами. Сейчас уже занимаемся всеми. По обращению от населения занимаемся инвалидами, занимаемся сбитыми животными, подмашинниками, брошенными животными. То есть сейчас уже полноценно общественная организация занимается просвещением, ездим в школы, рассказываем детям о том, как нужно, как правильно, как можно обращаться с домашними, с бездомными животными. Ви сказали, що працюєте зі школярами, а з якими ще організаціями ви співпрацюєте? Наприклад, є така організація «Зооконтроль». Як відбувається співпраця? Да, ми співпрацюємо з КП «Зооконтроль». Дуже добре, що в нашому місті взагалі з'явилася така організація, як «Зооконтроль», що наш міст приймає участь в судьбі бездомних животних. Стерилізація, насправді, грає дуже велику роль. И это единственный гуманный способ уменьшить количество бездомных животных на улицах нашего города. С зооконтролем мы сотрудничаем каким образом? Мы можем забрать малышей, а они, в свою очередь, могут простерилизовать маму. Таким образом, мы кооперируемся вместе и спасаем все жизни сразу. И мама уже стерилизованная, соответственно, не подкинет нам через полгода еще 6 таких же щеночков, потому что без стерилизации бессмысленно раздавать малышей. Как бы. С каким проханием чаще за все звертаются до вас громадяне? С каким
с проблемами якими? Звонки бывают совершенно разные. Население у нас, скажем так, весьма не воспитано в плане того, что безответственно заводят животных. Сейчас очень часто сталкиваемся с проблемой, что люди уезжают за границу на заработки, на постоянное место жительства, оставляют приобретенных когда-то или заведенных животных, питомцев. Мы объясняем, что приюты не резиновые, что приютов мало очень, что это приюты частного характера, которые у нас нет городской. Есть городская организация «Зооконтроль», которая стерилизацией занимается, но это временная передержка, и только стерилизация. Их выпускают на места их прежнего обитания, а приютов как таковых у нас практически нет. Это большая проблема. Люди, которые завели животное и уезжают, им абсолютно все равно судьба дальнейшая этого животного, хотя мы объясняем, что приют – это как и детский приют, как и любой приют. Это не самое лучшее, что можно дать собаке, только по вынужденной мере. Вот. Ну, вот очень часто обращаются с тем, что люди уезжают, животных бросают. Ну, естественно, найденыши. Найденыши – это уже другой вопрос. И спасибо большое тому населению, которое к нам обращается, принимает непосредственное участие в судьбе этих малышей, дальше найденных ими. А громадяни, в свою чергу, яку можуть надавати допомогу вашій організації? Як ви допомагаєте, я зрозуміла. А що ви очікуєте від громадян? Якась користь від нас може бути? Конечно, ну мы такие же люди, как и все остальные, вот разве что мы с Людой все 100% времени тратим на животных. Все остальные наши волонтеры, все наши администраторы, это люди, которые работают на своих обычных работах и несут просто колоссальную помощь и вклад в нашу организацию, вообще вклад в жизнь бездомных животных. Также каждый человек, каждый наш гражданин сознательный, он может, естественно, и это и помощь приюту, в первую очередь. А физично можно допомогти? Конечно. Еще немає, например, зайвих грошей приехать и допомогти? Сейчас не идет вообще речь о деньгах, потому что те суммы, которые мы тратим, слава богу, у нас есть люди, появились за это время друзья, которые нам дают держаться на плаву, благодаря которым мы смогли уже один приют отстроить, который функционирует, который работает. И сейчас мы планируем открывать еще один приют для инвалидов. И дело далеко не в деньгах и не только в них однозначно, потому что, когда мы открывали первый приют, нам несли люди кафель, тот, который остался у них после ремонта, стройматериалы любые. Потому что мы действительно собирали это все по щепкам, по камешку строили из того, что есть. Постоянно нам нужны ветошь, это то, что надо. Крупы, каши, мы не кормим собак на содержание, которые у нас в приюте, кормами. Мы предпочитаем готовую натуральную еду, потому что пристраиваем их в новые дома, где их, скорее всего, будут кормить недорогими кормами, к которым они привыкнут, а обычной пищей. Вот, и те же самые крупы, пакет 2 крупы, то же самое внимание для животных, которое очень надо. Животные сидят в вольерах, в клетках, работают буквально 2-3 человека, и не хватает физически сил на то, чтобы с животными всем гуляли. Да. Всем приделают увагу. Да, и это очень важно, когда собаки просто счастливы, когда просто люди приходят, берут на поводок и погуляют с ними по территории или за территорией приюта. Для них это большая радость. Или получить вкусняшку из рук человека. Какие ситуации трапляются, и вас они дуже засмучают? Что найбільше всего засмучує вас в тих ситуаціях, пов'язаних з вашими подопічними? Несознательность людей в плане, я говорю, ответственности за то животное, которое они взяли. Что если мы уже стремимся в Европу, то и наши ценности, и мы должны как-то приближаться к европейским стандартам. То есть свою собаку, как минимум, человек или кошку должен простерилизовать, должен привить. Если, я же говорю, опять же, проблема самая такая насущная, сейчас люди уезжают, бросают своих домашних, в том числе и породистых животных. То есть обратитесь к любой организации, я думаю, к любой, к нашей точно можете обратиться, мы поможем с оформлением документов, чтобы забрать своего любимца с собой. Как таковое, стерилизация обязательно, не плодить, не подбрасывать под клиники, не спихивать это на плечи волонтеров, таких же людей работающих, таких же людей, как и те, которые просто не ценят свою собаку и ее
детей. Расскажите историю цих. Они уже трошки сплять? Устали. Вони трошки замаялись. Довго трошки втомились. Расскажите, где вы нашли цих? Ну, вот тот щеночек, который у меня на руках, был найден на Игрине с еще 8 братьями и сестрами. В доме живет инвалид, обратились его родственники, собака с поселка. Ну, правда, родственники так толком не смогли сказать, хозяйская она или бездомная, никто так и не знает, то ли она на свободном выгуле. Прибежала на участок, там забора нет, и привела там вот этих кнопочек. Так как человек инвалид, справиться с этой проблемой он не может. И вот, ну, то, что меня огорчает, это вот эта вот действительно безалаберность и безразличие людей к своим собакам, которая, допустим, вот она находится на свободном выгуле, она бегает, ее сбивает машина, или она соседу рожает щенков, и того человека, который когда-то завел эту собаку, это не беспокоит абсолютно. К сожалению, с этим мы сталкиваемся довольно часто. И второй щеночек, да, тоже малышка-девочка, спасеныш на площади Островского у нас. В районе вокзала горели киоски, там же жили стаями собаки. Одну стаю мы забрали еще в прошлом году в приют диких собак. Вот. А те, которые остались, одна собачка родила щеночков под киоском. Киоски сгорели, один щенок погиб, остальных мы забрали. Из грудничков выкармливали искусственно. Вот такие уже взрослые, хорошие щеночки. Такие маленькие кусочки радости, счастья. Дуже которые такі... ищут себе хозяев. Розумні вони дуже. Анна, як ви прийшли до цієї діяльності? Ну, ви трошки це нам розповіли. Людмила, ви як? Когда-то 5 лет назад я шла по площади и увидела девочек. Тогда еще молодой ковчег стоял и раздавал щеночков. Сейчас мы уже старые. Да. Ну, сейчас мы уже не старые, мы в следующем году в школу идем. На тот момент я столкнулась с тем, что у меня была моя домашняя кошка, и ветеринары, с которыми я, ну, к которым я обращалась, заявили очень большую сумму стерилизации, и ну, на тот момент я посмотрела, что эта сумма для меня неподъемная, и так получилось, что моя кошка родила, и мне надо было пристраивать этих котят. Я подошла к девочкам, мне предложили постоять рядом с ними, раздать и скидки на стерилизацию. Вот. Услышав суммы, которые мне назвали девочки, мы побежали стерилизоваться, потому что ну, это было почти в 10 раз меньше, чем мне назвали ветеринары. Вот. Моя кошка была простерилизована, котят я пристроила с площади, и ну, как-то я оттуда не ушла больше. Взяла один раз на передержку себе найденышей котят, потому что у меня жили собаки, очень много на тот момент приюта не было. Люда взяла себе сначала на передержку раз котят, второй раз котят. А в нашей специфике работы раз котят, второй раз котят, это по 30 штук каждый день. Именно в таком количестве выбрасывали у нас на зоорынке, есть официально у нас зоорынок в Днепропетровске, который работает. И в черном смысле этого слова есть там люди, которых в наших кругах называют перекупщики, которые за деньги принимают вот помет ненужный домашних животных. И потом просто по истечении дня они деньги на них заработали, им дали, чтобы их пристроили в хорошие руки. Таким образом люди... непорядочные наживаются, а вечером животных просто выбрасывают. Мы одно время, один год просто только тем и занимались, что собирали за ними по всем люкам на железных дорогах, везде собирали выброшенных этих несчастных, маленьких, больных и покалеченных котят и так далее. Вот Люда попала в самое жестокое время к нам, но, слава богу, до сих пор еще с нами. И на ее плечах сейчас, благодаря ей, очень многие спинальники, те, которые покалеченные были животные, встали, ходят, те даже, которым шансов не давали. На люди очень много держится, приют. Ну, за счет тебя все это вообще появилось, и только за твою идею мы все пошли. Это очень важно, когда кто-то может надихнути на какое-то... на якусь справу важливу. На жаль, наша зустріч підходить до свого завершення. Я б хотіла, щоб ви щось сказали нашим телеглядачам. У вас є можливість їм щось побажати або звернутися з якимось словом, якось то спрямувати на якийсь шлях доброти, може якось здорового глузду. Будь ласка. Ну, я б дуже хотіла поблагодарити
всех волонтеров, у нас, я считаю, по Азову защите, у нас город все-таки сильный. Несмотря на то, что у нас очень много бездомных, по Азову защите город у нас очень сильный. Я бы хотела поблагодарить всех людей, которые занимаются волонтерством в свободное время, посвящают все ли время этому делу, силам, здоровья, терпения, моральных сил в первую очередь, и чтобы они делали свое доброе дело и выражали этим добром всех окружающих, несли добро. Хотела бы, чтобы все было удачно у тех людей, которые помогают волонтерам. Каждый может помогать либо руками, либо в силу своих возможностей. И те люди, которые, благодаря которым мы держимся, вот, чтобы у них все было хорошо, и мы тоже могли развиваться и открыть наш желанный приют для инвалидов. Реабилитационный. Это ваш план на ближайшее будущее? На ближайший год даже, я бы сказала. Вот сейчас только потеплеет, и мы начинаем стройку нового приюта для реабилитационного центра для инвалидов. Я от себя хочу пожелать каждому человеку принимать ответственность за тех, кого вы к себе взяли. Аня не захотела, наверное, об этом говорить, но очень часто на горячую линию поступают звонки со словами, что наша собачка родила, если вы не заберете, мы их выкинем, они станут бездомными, и тогда вы их все равно заберете. Ваша собачка – это ваша ответственность, когда вы ее брали, понимали. Стерилизация не сложный и не какой-то там космический процесс. На данный момент это очень быстро, очень легко, очень просто и дешево. И это избавит и вас, и вашу собачку от хлопот, проблем, и собачку также и от болезней избавит. Хочу попросить каждого, кто идет по улице, не пожалеть летом для собачки поставить какую-нибудь одноразовую мисочку с водой, а зимой какую-нибудь сосиску. Это вполне может спасти им жизнь. И также хочу сказать, что если вы помогаете собачкам, это не значит, что нужно отвернуться от всех остальных. В помощи нуждаются все. Да, собачки об этом не могут сказать, но и люди не всегда могут сказать, что им нужна помощь. Будьте добрее друг к другу и удачи. Ми вам вдячні за вашу сумлінну, я не можу назвати це працею, ми вам дуже вдячні, що ви є, працюєте і далі, ми будемо допомагати вам, як зможемо. Сьогодні ми говорили про безпритульних тварин, про те, як в нашому місті справляються з цією проблемою. І у нас в гостях були волонтери. Анна Дмитрієва, голова громадської організації захисту тварин «Ковчег», та Людмила Тарасенко, куратор притулку «Ковчег». Це була програма «Тема». Я Олена Хорошилова. Бережіть себе. Незабаром зустрінемось.